КАЯ-140-ка. Шатун вылез. И заклинил двигатель. Видите, шатун? Вот поршень. Коробка целая. А коробку могло пробить сзади, перегородку и туда полететь. Не, она рабочая. Полететь весь хлам мог. Потому что вот он, через коробку вылез шатун, смотри. Вот вал переключения. Надо же скрывать, смотреть. А почему она тогда работает? Да она заклинившая, ты чё, она ну, она не идет. В него втерлась, да. Но коробка Шипай. Уходит, как ты видишь, в бок. Он не ударил, он перегородку не зацепил. Просто в хлам. Да ты ебаный, сука, осёл. Шпильки вообще все в хлам. Нихера она порвала. Постели все эти вырвала. Подшипников. Нормально, да? Аж распёрла картер, ты видел здесь? Да. Ебать. А вот еще трещина. Это просто, ребята, пипец. Маслонасос. А может маслонасос у тебя заклинил? И она без масла, знаешь, схватила поршень. А чё он тогда пыхтел так сильно? Ну вот он без масла начал тебя... И ушел нахуй. Начал, наверное, дыметь и... Судьба, короче. Просто, блядь. Лох судьба. В хлам. Карта. Вот этот уже а где башка? Есть что-то такое еще? Собаки обоссали. Здесь, Сань? Башка целая, там, практически целая. А цилиндр? Ебать! Да ну нахер! Гильзу в хлам. Здесь шатун тоже вылазил, ты знаешь, в этом месте? Я знаю, он когда выходил, он выглядел. Не, ну котел еще походит. Да, походит, блядь, вижу. А башке что случилось? Нет, хат целая. Головка целая? Да. По клапанам могу ударить. Клапан кривой у тебя. Смотри, клапан какой кривой. Здесь щель, а здесь нет щели. В этот выпуск. А почему не осталось ни удара, от удара нихуя? Вот, отбило этот шлак. Ну как его, на, блядь. Нагар, вот видишь, куска нет. Нагара. Да, кривой клапан, блядь. Ну клапана можешь поменять. А так башка, да, целая. Вроде как. Вроде как башка целая. Надо забирать. Погнула выпуск. Погнул цилиндр. В хлам. Ладно, будем менять масло на жиги. Всем пока.